Берлин, Германия. Апостол Владимир Мунтян. Закрой свои глаза. Скажи: Дух Святой, пройди через все мое тело. Всякая болезнь и немощь, она не от тебя. Поэтому я отрекаюсь от всякой болезни, от всякой немощи. Во имя Иисуса. Я принимаю полное исцеление. Без всякого сомнения. В свое тело. Я принимаю Дух Святой. 14 января. Сила и помазание сейчас, друзья, на этом месте. Всем нужно сосредоточиться на Духе Святом, чтобы Его прикосновение, Его сила сейчас разрушила власть болезни. Берлин, Германия. Crusade с молитвой за здоровье. Не пропусти. 14 января.